Так, всем привет, дорогие мои друзья, с вами Дми. Продолжаем делать задание. Это у нас будет третье задание на третью машинку. Я хочу сегодня попробовать сделать это задание в соло. Ну, во-первых, пока никого нет, во-вторых, как бы хочется попробовать самому пройти. То есть без кого-либо. Две машины у нас уже есть, третью мы сюда поставим. И я думаю, одну тачку мы, может, разобрать, попробуем, а две остальные доставить. Ну, именно сделать задание по доставке нашему товарищу. Так, давайте-ка приступим. Посмотрим. По идее, это самая дешевая машина, и должно быть все легко довольно-таки. Так, давай. Значит, тебе пригнулось это. Да, смазливая тачка, босс. А теперь я скажу, у кого мы украдем. У нас с Юсуфом есть дядя. На самом деле он зять внучатый троюродной племянницы моей подруги. Ну и тем не менее. Он тот еще гандон. Да. Что ж поделать-то? Так. Посмотрим, что от нас хотят. По идее, это самое легкое должно быть задание, судя по всему. Так, картины, золото, пушки, машины. Машина особенная. Соломона Ричардса. Знаю я Соломона Ричардса. Еще как я его знаю. Да. Так, второй такой нет. Обчистим этот корабль. Хорошо. Давай проведем разведку. Давай. Почему бы и нет? Так, попробуем в соло пройти. Посмотрим, насколько это будет проще. Ну и вообще, задание должно быть самое простое. Так, как всегда, у меня опрессор есть. Ой, как пролагал это, схерали. Нужно пораскинуть мозгами. Давай мы будем это потом делать. Я бы хотел приступить, а не слушать твои рассказы. Может, оно и полезно, и интересно, но я привык действовать по обстоятельствам. Да, я понимаю, меня иногда как бы упрекают в том, что я, бывает, что-то не делаю, что-то не так делаю. Но хрен бы с ним. Мы разберемся уже позже. Так, надо сфоткать вот это здание, да? Ну, давай сфоткаем. Так. А, это еще и не то, что надо сфоткать, да? Подожди, разведайте доки. Ну, так я как бы и разведаю, что они от меня хотят-то. Или надо внутрь зайти и сфоткать? Наверное, внутрь надо зайти, да? Потому что внешне что-то он не фоткает нифига. Да, походу надо внутри сфоткать. Я понял. Разведайте доки. Ни хрена ты. Ты чё, морду дать, что ли? Лосось, что ли, давно не встречал? Сейчас ты у меня встретишь и лосось, и все что угодно. Так, я просто думал, что снаружи понадобится, но ни хрена. Так, он еще и вооруженный на меня напал. Тварь такая. Так, что дальше? Наша цель. Теперь надо куда-то туда. Здесь что-то надо сфоткать. Так, что, разведайте доки. Ага. Подожди. Я понял. Немножко не понял, что фоткать, но куда-то сюда вроде как. О, нормально. И теперь надо ту сторону еще, да? Так. Подобраться к кораблю, не привыкай, сделаю тебе пометку. Разведайте доки. Так, хорошо. Надо ему, наверное, съездить разочек, я думаю. А, контейнер, я понял.
теперь контейнер надо. А его можно не открывать, можно просто сфоткать или надо все-таки открыть? Я вот этого не понял вопроса. Не, нормально, не обязательно. Так, ничего страшного. С помощью болтореза, хорошо. Мне теперь, наверное, еще болторез надо будет искать. Так, ну ладно, это мы разобрались. Это разведка, которая делается всегда несложно. Так что изложу тебе свой план. Доберись до цеха. Так, разберемся сейчас. Я думаю, все решаемо в нашем мире, в нашей жизни. Поэтому все будет хорошо. Так. Разведку мы сделали. Это и было не особо проблемно. Так, о! А, я думал, тачку разобрали уже одну. Нет, еще пока. Так, что там надо? Вертолет, что ли, угнать? А, нужен вертолет этот специальный для груза. А, диверсия, понятно. Корабль пришвартуется. Контрольный досмотр. Персонал у контейнеров. Ага. Задержи его в море. Где он беззащитен. Понятно. Нужно начать в различных местах на карте. Я понял, понял. Погнали. Мне все равно. Мне главное, давайте точки. Я разберусь там по ходу дела уже. Так, автоугон сухогруза. Понятно. Дядин корабль у нас под ногами не будет сотрудничать порта. Так, хорошо, я понял. Сколько? Ни хрена себе! 11 километров, это другой конец карты. Ладно, секунду. Так, мы уже здесь. Камера наблюдения, постарайся не попасться в объектив. Я понял. Я постараюсь. Там вроде как есть какие-то проблемы, да, у нас? Да, есть какие-то. На кого-то нацеливается. Так, камера наблюдения, где она? Вон она. Я ж могу ее просто вырубить, да, эту камеру. А что у меня? Блин, у меня оружие не то было, без глушителя. Это что такое? Ну вот почему все вот так через жопу-то получается? Ай, как я не помню. Блин, ну вот не посмотрел нифига. Я забыл, что я не на азиате. У меня на азиате прокачанная пушка. А здесь у меня калаш простой, без прокачки. Так, что это за офис такой? Офис какой-то у нас здесь. Используй бомбы или пучки. Взломайте базу данных. А, вот она. Ну, это как всегда, наверное, будет. Старый добрый компьютер. Этим. Так, компьютер. Устройство. Так, отлично. Так, записи. Разместите взрывчатку. Так, ну давай тогда. Куда ее надо тут разместить? Я понял. Так. Хопа. Отлично. Теперь сюда. Ой. Ой-ой-ой. Ты что делаешь? Оп. Да. И третье место у нас здесь. Оп. А, тут надо не так размещать, тут надо на Е, а я просто так разместил, типа, ну, да, тут даже липучка другая, смотрите, тут даже липучка совсем другая показана, не то, что я прилепил. А, ну ладно, будет больше эффект. Найдите костюмы береговой охраны, обыщите, ну вот, наверное, что, сумочка тут.
тут все как бы в этом плане просто. Так, покиньте офис администрации порта. Блин, а я не так начал делать. Я думал, просто прилепить надо. Ладно, не суть. Я думаю, и так нормально будет. Блин, да что ты будешь делать-то? Надо взорвать бомбу. О. О, отлично. Все, возвращаемся. Да, забавные задания. Оторвись от полиции. Ну, мы оторвемся. Тут мы разберемся как бы. Ну все, ребятки, можно пока закончить. Надо вернуться. Так, все, прибыли мы на место. Так, одно задание мы сделали вроде как. Угу. Так, вы доставили костюмы. Костюмы береговой охраны добыто. Так, я теперь хочу сразу посмотреть. Вот, у меня есть еще три точки какие-то. Три разные точки есть. Поэтому... давайте сначала наверх сюда смотаемся. Потом уже будем дальше смотреть, что там от меня хотят. Но эта подготовка, она немножко, конечно, геморройная. Тут не поспоришь. Тут три точки. Причем, видите, независимо от того, сколько со мной людей играет, все равно мне придется самому кататься. По большей части. Так что тут уж никуда не не денешься. Ничего не поделаешь. Так, что у нас здесь? А, это надо было зайти сюда. Вот тут. Так. Куда теперь? Угу. Плавсредство мне нужно. А, тут прям рядом, да. Прям я смотрю рядом. Тут, наверное, угнать придется что-то. Какую-то тачку. Здесь у нас типа это стелс, да? Ну, я не знаю, насколько здесь реален стелс как таковой. Вроде как можно и тихо сделать, да? Но это опять же... это ж надо... вон лодка эта. Блин, ну чё ты будешь делать, ну? Ай. Ну, писец. Ладно, хорошо, тогда так сыграем. Я уж не знаю, как там надо по стелсу все это делать. Ты прячешься там. Прятаться не очень хорошо. Тут много их, посмотрите. Нифига себе. Шоколадный, ты что делаешь? Ладно. Там еще кто-то был, я помню. Так, а чем мне это цеплять-то, собственно? Вот этим вот транспортом? Вот откуда вы все взялись, скажите мне. Ради бога. Так, это-то я понимаю. Тут еще появились они. Фига себе. Ладно.
Короче, угнал я кое-как, но у меня тачка вся без колес. В любом случае. Ой, дебильное задание. Ну что ты будешь делать? Чё эти все боты тут? Вот чё ты сюда развернулся? Ты так проехать надо успеть. Ты ещё тут крутишься. Ай. Не, ладно, ничего. У меня есть противовес сзади. Разберемся. Так. На самом деле здесь особо воевать не надо. Просто надо было на скорости все сделать. Не, ну стелс тоже бесполезен здесь, я имею в виду, по крайней мере, в моем случае. Сколько раз мы не пытались тихо что-то начать сделать, каждый раз одно и то же. Палят и все. Давай уже, доехать осталось чуть-чуть. Чего хватало, что. Все, они отстали. Ну, отлично. Тут хоть действует это правило, когда остается метров 500, они отстают. Это хорошо. Потому что чокнешься по-другому делать. Так. Отлично. Так, еще мне надо две какие-то вещи там достать. Угу. Так, отлично. Хорошо. Выходим на улицу. У нас еще два задания каких-то. Ну, это мы все достаем, что надо. Пока. Там еще будет два задания потом. Так, опрессор здесь. Куда теперь пойдем? Вон у нас есть две точки. Ай, так. Ну, давай тогда сюда сначала. Потом туда. Что ж поделать-то? Сначала сюда доберемся. Там, я так понимаю, надо будет еще какие-то вещи взять. Ну там все рядом. А, это яхт-клуб, я понял. Понял я, что от меня хотят. По-хорошему. Так, давай. Фальшфейера. Тут что-то. Осмотрите и найдите фальшфейера. Опять, небось, тут будет некий стелс или типа того. Так, ну внизу вряд ли, да? Скорее всего наверху что-то будет. А, тут есть лестница. Да, ну внизу вряд ли, конечно. Скорее где-то. А выше тут и не поднимешься. А, поднимешься, почему нет? Я что-то не понял. Я сюда особо не лазил никогда. Раньше, по крайней мере. Так. Слушайте. А, во, нашел. Нашел. Ну-ка. О, там кто-то пришел. Какие-то проблемы у меня тут появились, да? Что-то там орешь. Так, надо очень быстро все сделать. Хоп, хей, ла-ла-лей. Все. Че, ракету в тебя, что ли, пустить? Ай, люди. Доставьте в цех. Хорошо. Доставим в цех. Так, еще у нас еще есть доставочка какая-то. Два из трех, вот. Угу. А там еще два задания, охренеть. Конечно, охренеть. Я знаю, у меня есть зрители, которые любят задания, а есть зрители, которые как бы любят смотреть на тачки новые и что-то еще. То есть в этом плане, конечно, все разные, у всех свои вкусы. Так, а, вон он, как раз около цеха моего. Цеха моего... Цеха моего. Так, здесь что мне надо будет? Вертолет найти? Так, давай. Ну да, сейчас к Мэри Везер небось. А, болторез. Болторез мы найдем сейчас где-нибудь. Какие проблемы? Можешь же все купить. Зачем искать? Можешь же вообще все купить, что надо.
А они будут до меня докапываться, если я тут бегаю? Будут, не будут. Ну, вроде пока я их не интересую. Так и слушаю. Откровенно говоря. Ну, я не вижу, где тут может быть этот болторез. Тут вообще особо ничего не видно. Может, наверху где-нибудь? А тут ты не залезешь никуда. Тут. Как бы места таких нет совершенно. Не, наверх, наверное, вряд ли. Хотя, может быть. А вот и болторез. Я тут бегал, искал, искал, а он здесь оказывается. Все просто. Так, возвращаемся в цех. Опять на меня кто-то сагрился там издалека. Вот только толку от этого... Никакого для вас. Все, 3 из 3 мы сделали. Самый геморрой, наверное, который может быть на данный момент. Ой. Так, вертолет, да, теперь надо достать вот этот вот, чтобы груз прикрепить. И там что-то вывести из строя надо будет. Хорошо. Ну, вертолет это моя тема. Я не против. Так, а можно, да, можем мне сразу задание, без всяких там лишних слов. Не надо слов. Да. Военная база, радость-то какая. У меня здесь ангар есть, меня тут особо трогать-то не должны, как бы. Ну, охрана-то будет там однозначно. Так. Как бы мне тут... Как бы мне тут так пристроиться, чтобы... Ух, ё, перное дерьмо. Нифига себе. Нифига себе. А ракетами тут особо не постреляешь. Это как бы чревато проблемами. Ракеты лучше здесь не использовать. Блин, а тут что, не пройти нельзя, что ли, нигде? Походу, надо будет пролетать, да? И куда он делся, этот охранник? Здесь был как бы. Ладно, разберемся. Мне главное успеть спрятаться до того, как меня тут расхренать. Йо! Прячься! Не видно еще нифига. Кого стрелять, ни хрена не видно. Так, давай-ка я... Ёперное дерьмо, нифига себе. Главное мне не взорвать то, что... Блин, теперь со всех сторон на меня будут нападать, да? И с той, и с этой. О, тут что у нас, товарищи эти военные. А это вдвойне хреново. Знаете почему? Потому что может танк приехать. И не только. То есть проблем у меня теперь еще больше, чем было изначально. Мне бы как-нибудь... Теперь еще и военные будут. О! Это пиздец. Не, ребят, это жестко. Это надо как-то по-другому действовать. Как-то надо по-другому решать. Тут надо то ли на скорость идти, просто стараться пробежать побыстрее, то ли еще что-то. Ну, то есть постараться как-то быстро все взять. Быстро завладеть транспортом. Так быстро ты и не завладеешь. Подходить просто, стараться поближе. Че, не видно, откуда стреляют. О, это пиздец. Не, ребят, это жопа. Это для одного человека это слишком жестко.
Это слишком жестко для одного человека. Еще и вертолет подоспел. И не один как бы. Писец, короче. Это полная задница. Еще ПВОшки какие-то стоят. Да. Жопа. Да. Нахрен падай, я сказал. Уничтожьте вертолеты Мэри Уэзер. А, мне вообще не хватает нифига ни хп, ничего. Ай, не могу. Короче, ребят, было бы это не на военной базе, а где-то в другом месте, не было бы особых проблем. Вся проблема в том, что это на военной базе. Из-за чего мы не можем нормально пройти это. Было бы это где-то в другом месте. Тут еще эти военные достают. Мало того, что ты не успеваешь ни хрена забрать его из-за того, что охрана есть, так еще и военные появляются. О, утилизировался один из транспортов, который я доставил до того, как видео начал снимать. 34 тысячи. Так, все, теперь уходим от копов. Так, все, приближаемся. Надо здесь оставить его где-то. Ох. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. О. Все. Покидаем сектор. И все. Я думаю, все нормально. Вот вон там тачка есть какая-то. Можем уехать на ней. Потом опрессор вызвать. Так, все, это мы сделали. Остается дело за малым. Третье задание. Какие-то там поставки или что-то типа того. Так, ну, последнее задание. Перед финалкой. Так. А, все, не надо ничего. Можно начать автоугон. А, видите, можно еще одну сделать подготовку, а можно начать автоугон, если не хочется... Ну, с большими проблемами это делать. Давай, наверное, все-таки сделаем эту фигню. Я не думаю, что она будет проблемная и долгая. Наверняка. Ага. Так, давай. Авиаподдержки из строя. Я надеюсь, на прессоре я смогу это сделать. Правда, ехать далеко. Так, у меня тут что-то уже есть. Несомненно. Тут мы пока с охраной разбираемся, я так понимаю. Ух ты, неплохо. Да, тут мы пока разбираемся с охраной, и тут, видать, пока ничего не будет. О, давай. Зайдем сюда. Что это вообще за помещение-то такое? А, это обычная квартира, да? Уничтожьте пилота. Да, куда там? Куда тебе там? Ага. Найдите компьютер. Тут, по-моему, только один компьютер. Насколько я вижу. Так, загрузка. Потом еще, наверное, придется летать и уничтожать самолеты. Я не знаю, я успею это делать, точнее, вертолеты. Так, покиньте квартиру. Уничтожьте. Угу. Вы загрузили координаты. О-о-о. Так, вот этот вроде ближе где-то. Хочу до него сначала добраться.
Три вертолета. Ну, этот просто самый близкий на данный момент у меня. Главное, чтобы я успел по нему садануть. Ага. Так, давай туда теперь. А тот будет у нас где-то в городе. 6 минут. 7 минут, в общем. Так, это нахер. Нас не интересует пока что. Надеюсь, он не за горой, а здесь где-то торчит. Боюсь, что не здесь он торчит. Нифига. Боюсь, что не здесь. Ай. Походу, где-то там вообще. Ну ладно, что ж поделать-то. Придется пробовать так. Да, вон он висит. Надеюсь, успеем. Ну давай, нацеливайся на него. Ну, чё не нацеливаешься-то? Ой, не могу. Так, все. Уходим. Ну и третий. Так. Поехали. Вот все, да? Вот и все. Теперь можно финалочку делать. В чем мы сейчас и будем. Ну чё, начнем? Я понял, что от меня хотят, по большей части. Так, давай начнем. Автоугон. Не знаю, как я его буду крепить, этот контейнер. Надеюсь, проблем не будет с этим. О! Отлично. Езжай к докам. Без проблем. У меня есть особый костюм, который должен мне дать возможность прибыть куда надо и без проблем все сделать. Тачка огонь. Да где она огонь-то? Совсем не огонь. Лодочка у нас тут. Надо мне слезть, а то, думаю, на меня могут напасть из-за того, что я прицеливаюсь. Да, тут и нет никого вроде. Помню, здесь было какое-то задание у меня раньше. Так, ну поплыли. У нас в гордом одиночестве все происходит. Ничего страшного. Лодка желтая, как прям покрашен у меня эвакуатор. Костюмчик, патрульные лодки, может, и не обратят внимания. Ну, как окажешься на борту, экипажу возникнут вопросы. Ага. По якорной цепи легкотня. Было уже такое в игре. Метро Эксодус. Кстати, я не помню вообще танкеров в море. Золотая пташка. Охрана позволит подойти к сухогрузу. Нам сюда, я так понимаю, да? Поднимитесь на борт. А как мне подняться на борт? Вроде как по цепи, да, должно быть? Ох ты. Что-то новенькое. Я не помню таких анимаций раньше. Что-то прям новенькое. Там придется уже как-то, да, по-хитрому работать. Это прям что-то действительно новенькое. Ну, тут опять сейчас либо стелс какой-то, наверное, будет, либо еще что-то. Кажется, на борту разыщи капитана и нейтрализуй его.
То есть, независимо от того, насколько я тихо стреляю, все равно у меня будет шухер. Ну давай, ну че, как дебил-то? Все равно будет шухер у меня, и все равно придется мне воевать. То есть, как ты не крути. Подожди, а вертолет это откуда, собственно говоря? Я ж вроде как справлялся с вертолетами-то. Или это просто их меньше будет? Где они там, эти ребята-то? Еще и не вижу нифига, где они там стреляют, откуда. Ладно. Ладно, не суть, как бы. Йо, нифига себе тут проблемы. Ладно. Дело в том, что я еще и не вижу половины, где они есть, откуда они стреляют. Вот в чем дело. Понимаете? Я их, бывает, даже не вижу нифига. То есть они тут вроде где-то есть, а где непонятно даже. Порой. Так, куда бы мне перебежать-то, чтобы поближе было? Там где-то все. Так. Тут будет поближе. Они там где-то наверху, что ли. Так, проберитесь на мостик, понятно. Я-то проберусь, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы... На всякий случай подхилимся. Еще враги. А чё он стоит и ничего не делает? Интересно. Ладно, пойдем дальше. Наверху был. Наверху был товарищ у нас. Ух, ё. Подожди-ка. А, он просто где-то здесь, я понял. Откуда? Откуда стреляют? Фига ты. Хитрожопый. Надо хилиться, ребятки. Хилиться надо 100%. По-другому никак. Капитанская рубка. Это наверху где-то. Надо еще выше идти. Как тут много всего. Офигеть. На самый верх. Я понял. Фу. Ну, не все так просто. Ой. Обыщите капитана. Он с мачете был. Нифига себе герой. Герой с мачете. Давай уже. О. Тут броник есть, это хорошо. Ага. Прикольно здесь. Так, Ода, у тебя на мостике должен быть терминал с информацией о грузе. Это поможет найти. Вот он, терминал. Давай. Да, интересно здесь. Интересные задания. О! Стреляет меня вертолет. Только толку от этого никакого. Так, вскройте контейнеры. Теперь надо еще искать будет контейнеры, да? Нужно. Хорошо. Так, у меня этого ноль. Есть РПГшечка. Блин. Так опасно стрелять, кстати. Можно самого себя похерить. Ненароком. Вертолеты, конечно. Такое себе счастье. Угу. Так, это где-то здесь, походу, товарищ у нас.
Че видно плохо на самом деле? Я там поднимусь? Ну, наверное. Че ты падаешь? Ты прям в какой-то контейнер упал. Так, секунду. Надо хилиться, а то ничего хорошего из этого не выйдет. А, ты тут? Отражу-ка я говно. Так, надо по-любому. Сейчас все броники тут оставлю. Составлю здесь все броники, нафиг. Давай, давай, лезь. А чё он не прыгает здесь? Почему? Только не туда. Я думал, он здесь запрыгнет. Хотя вот тут есть возможность залезть. Так. Давай, открывай болторезом. Тут еще надо за врагами следить. Тут еще... Они еще и спавнятся, походу. Фу. Меня еще и накрыло, да, плюс ко всему. Так, а я смогу перепрыгнуть так чисто? Блин, не смог. Ну, куда ты слез? Это ж 50. Ай, не... Так, второй проверяем. Очень тяжело здесь, потому что и враги постоянные, и лазить тяжело здесь, все наверху находится на каком-то. Так, ну конечно же не здесь. Ну а кто сомневался-то, что будет в самом последнем, в самом конце? Никто не сомневался в этом ни разу. Тут враги есть, только я не вижу, где они имеют. А, он там внизу, наверное. Фух, так. Ну, наконец-то, не может быть. Не может быть. Я уж думал, никогда не дождусь этого. Так, понятно. Чтобы подать сигнал пилоту, прикрепите фальшвейр. А, тут просто на Е надо нажать, что ли. Как его прикрепить-то? Да куда ты прыгаешь-то, дебил? Ай, не могу. Все как-то странно работает через жопу. Защищайте. Отлично. Как я его должен защищать, интересно? А, у нас же врагов, по идее, не должно быть. По идее, врагов не должно. А, я думал, мне придется тащить его. А нет, оказывается. Тащить его мне не придется. Пилот забрал контейнер. А мне что делать? Взять вертолет себе и попробовать вертолет? Как-то. Я могу, да, я могу взять вертолет. Приближаются враги. Какие враги? Защищайте. Сейчас подождите. Надо же сначала взлететь как-то. Много времени уходит, конечно, на это все. Да, еще и прицеливается как-то хреново. Да. На, на. Хорошо. Отлично. Фу, ну врагов должно быть меньше, по идее, учитывая то, что мы как бы подготовку сделали до конца. Наверное, их на 3 вертолета меньше. Было бы, наверное, 5 вертолетов, если бы я их не сбил. Так, интересно, куда я его сейчас буду доставлять. Да, забавное задание. А, ну по идее, должно быть куда-то, наверное... На берег, чтобы я мог уже забрать и довести. Ой, блин. Давай посмотрим, куда его надо. Ох, растянуто все, ужас как. Я не могу. Растянуто, блин. Охренеть и не встать как. Да ужас растянули.
Ай, блин. Ну что ты будешь делать? Давай уже. Поехали отсюда, наконец. Она сама выехала, что ли? Забавно. Так, где тут можно спрыгнуть-то? Тут же где-то должен быть экстренный спуск вниз. Тут, кстати, фургон рядом. Только что заметил. Как тут уехать отсюда побыстрее? Не люблю я эти парковки дебильно. Вообще не люблю ни разу. Вон она. Вон он съезд. Как все долго, блин. Ну, хотя, знаете, холодными вечерами можно и поделать все это. Если уж на то пошло. О! Ну, вроде как все, да? Продавать тогда будем в следующем видео. А у меня еще и враги появились. А толку от них. Мы сейчас доедем и все. У нас тут 500 метров и все как бы. Как она дрифтит. Куда вам до меня? Я уже практически на базе. Не, не исчезают, смотри. Видать, надо пожестче все это делать. Так, во. Ну и все. Фу. Охренеть и не встать. Утомительно, честно могу сказать, утомительно это все. Костюм береговой охраны. Все, автоугон выполнен. Дали мне все жизни сохранены. И запас прочности 80%. Ну, не все я, конечно. До мостика, не поднимая шума, все это потихо. Я потихо что-то не умею, нифига. Ну что ж, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Вполне все выполнимо, я смотрю в соло без проблем. И увидимся мы с вами в следующий раз. Но я хочу глянуть, что мне покажет вот это дело. Видать, пока я их не продам, ничего не изменится. Да? Видать так. Вот. Получено, получено. Да, теперь я могу садиться за каждую и что-то с ней сделать, наверное, да? А, вот. Посмотреть угнанный транспорт. Вот, я могу продать, могу утилизировать. И все будет хорошо. Так, утилизировать мы... Давайте, наверное, вот это утилизируем. Ну, чтобы уж как-то... Не, давай в следующем ролике, все-таки раз уж. Все тогда, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите мнение в комментариях. Увидимся в следующий раз. Всем пока.